В областной столице прошел второй тур конкурса «Солист оркестра». Ученики музыкальных школ и студенты Института культуры боролись за право выступить вместе с симфоническим оркестром. Причем не было ограничений по возрасту. Младшему конкурсанту 9 лет, но старшему 37. Впервые проводится в Тюмени такой конкурс. Большой интерес у педагогов, большой интерес у ребят. Это направление именно академическое, которое мы стараемся развивать и поддерживать. И я думаю, что этот конкурс можно называть конкурсом лучших среди лучших, потому что сегодня принимают участие в первую очередь ребята, которые являются уже лауреатами всевозможных конкурсов. Из 46 участников в третий тур прошли 16 музыкантов. В финале они будут играть с Тюменским филармоническим оркестром. Услышать лучшие выступления, а также узнать имена победителей тюменцы смогут на гала-концерте филармонии 10 мая.